Это такая клака. Киркоров резко высказался о шоу-бизнесе. На конкурс «Новая волна» Филипп Киркоров традиционно приезжает с детьми, Аллой Викторией и Мартином. Нынешний год не стал исключением. Король российской эстрады прибыл в Сочи с наследниками. Филипп Киркоров открыл 18-ю «Новую волну» своими главными танцевальными хитами «Стеснение пропало» и «Цвет настроения». Экстравагантные наряды, смелые образы, буйство красок. На сцене было все, как любит бывший муж Аллы Пугачевой. 7-летние дети артиста наблюдали за феерией в New Wave Hall из-за кулис. «Недавно они меня ошарашили тем, что заявили о своем желании выступать», — вздыхает артист. «Нет, только не это. Вы сделаете для меня лучший подарок, если не будете об этом и думать», — рассказал Киркоров о своей реакции. Пояснил он и почему не хочет продолжения артистической династии. Его отец – певец, мама была ведущей концертов. Шоу-бизнес – это такая клоака, считает Киркоров. Профессия артиста жестокая, завистливая и зависимая, связанная с бессонными ночами, жизнью в дороге. Конкурсанты «Новой волны» слушали эти откровения Филиппа, раскрыв рот. Им ведь только предстоит окунуться в котел шоу-бизнеса и узнать его нравы и порядки. По правилам, участниками конкурса могут стать исполнители в возрасте от 16 до 35 лет, лучшие из которых войдут в финал и поборются за главный приз. Им предстоит исполнить сразу несколько конкурсных композиций, авторскую песню или хит страны, а также мировой шлягер на иностранном языке. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Вожу чемодан препаратов. Лазарев после смерти Началовой всерьез взялся за здоровье. Лера постарела. Россияне заклевали Кудрявцеву придирками. Никогда о ней не слышала. Волочкова высмеяла Цымбалюк Романовскую. Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию. Весь в папу. Меладзе показал повзрослевшего сына. И многое другое.